После общения с журналистами заместитель министра отправился на Тенистую. Там одесские врачи делились опытом открытия университетской клиники со своими киевскими коллегами. За 10 лет на базе 9-й больницы появилось многопрофильное медучреждение, в котором будущие врачи могут проходить практику. Ежедневно в клинике работают 250 студентов и аспирантов. Одесский опыт подтолкнул столичных специалистов создать подобное учреждение, так как университетских клиник в Украине почти нет. После дипломное обучение и вообще непрерывное обучение врачей вне условий университетских клиник невозможно. Потому что мы сегодня сталкиваемся с тем, что студенты хотят приобретать практические навыки, врачам нужно постоянно усовершенствовать свои навыки. И европейский опыт говорит о том, что такими вот оплотами образования, науки и лечебного процесса высокого качества должны быть именно университетские клиники. Заместитель министра здравоохранения Виктор Шафранский вместе с киевскими врачами осмотрел все отделения. Чиновник пообещал, что в течение года клиника Амосова в столице станет университетской. Этот опыт стоит позитивно изучить и попытаться сделать так и даже лучше в столице нашего государства.